Всего раз в году инспекторы ГИБДД меняют строгий взгляд на обаятельную улыбку, а полосатый жезл на розу. Перед 8 марта ивановские дорожные полицейские, как всегда, поздравили женщин-водителей. Этой традиции уже 12 лет. Как, наверное, уже все привыкли, при взмахе жезла у каждого водителя возникает мысль, что же он нарушил. Но уже стало, как я сказал, традицией. Мы дарим в этот день положительные эмоции, не штрафуем женщин-водителей, а поздравляем, дарим им цветы. Управление ГИБДД Ивановской области вас, как женщина-водитель, поздравляет с наступающим 8 марта. Желаем вам в первую очередь безаварийной езды. Удачи вам на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо большое. То ли из-за эмансипации, то ли потому, что город невест, женщин за рулем сейчас не меньше, чем мужчин, а может быть и больше. Потому встретить на дороге прекрасных автомобилисток оказалось довольно просто. Каждая автоледи, остановленная в ходе рейда дорожными полицейскими, уезжала не только с подарком, но и с отличным настроением. Меня останавливают третий день подряд. Тут даже на трассе останавливали 2 дня назад. Ну, конечно, приятно, когда это не просто так и без штрафов, с поздравлениями. Очаровательным автомобилисткам сотрудники ГИБДД желают прежде всего безаварийного вождения. Хоть и признаются, что устоявшееся мнение насчет водительских способностей прекрасной половины человечества – предрассудки. В ДТП по статистике дамы попадают даже реже мужчин. Это зависит не от пола, а от личностных качеств каждого человека. Ну и, конечно, от соблюдения ПДД. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.